праздничное настроение, веселая музыка, бабушки и дедушки в своих лучших нарядах. В столичном доме престарелых сегодня настоящий праздник. Проходит он тоже необычно. Во дворе заведения торжественно установлена кыргызская юрта. Идет концерт традиционного фольклора с участием мастеров кыргызского искусства. Честь установить тундук во дворе уже своего нового дома выпала Сыкпаю Токтогулову. По местным меркам, дедушка в доме престарелых считается жителем новеньким. Живет он здесь чуть больше года. До этого проживал аксакал в далеком Нарыне. В Бишкеке оказался по воле судьбы. 10 лет назад умерла его супруга. С тех пор он скитался по рынкам в поисках работы. Несколько раз переезжал. Последний раз работал на одном из базаров столицы, директор которого и привез его в дом престарелых. Да, тундук я установил, мне помогли ребята. На это ушло полтора часа. Я, оказывается, так соскучился по кыргызской юрте. Тут атмосфера другая, даже запах юрты другой. А вот Алтымыш Курманалиев по праву считается старожилом дома престарелых. Ему почти 80. Здесь он живет 17 лет. Живет, кстати, с супругой Насихан Асаналиевой. Познакомились они в доме престарелых на кухне. Она готовила обед. И месяц назад старики решили пожениться. Кстати, в кыргызской юрте семья рада больше всего. Есть где пить чай, говорят они. В юрте он более ароматный. Директорга кирдим. Я зашел к директору и сказал, что собираюсь жениться, а комната номер 70 пустует. Мол, мне она очень нужна. Директор меня поняла, поддержала. Мы поселились отдельно. Супруга ухаживает за мной. Чай подает, потом уходит на работу. Скоро, думаю, чай будем пить уже в этой юрте. На данный момент в доме престарелых проживает еще 10 пар. У каждого свои квадратные метры, свое, так сказать, пусть хоть маленькое, но хозяйство. Самому старшему жителю скоро исполнится 100. Зовут ее Анна Крамерова. Личность, кстати, известная. Анна Крамерова была первой учительницей известного писателя Чингиза Айтматова. Как она попала в дом престарелых, непонятно. Но живет учительница здесь давно. И также давно нуждается в помощи. Я математику преподавала. За одной партой они сидели Ильгиз и Чингиз. Чингиз был переросток, а Ильгиз нормальный. Подарить кыргызскую юрту активисты решили не просто так. Для многих жителей дома престарелых это воспоминание о проведенном детстве в горах, на Джайло, в родном доме, в кругу семьи или в окружении детей. Такие воспоминания помогают пережить одиночество. Да и юрта оказалась вместительная. Несмотря на компактность, в ней без труда могут поместиться 75 человек. Для радушных чаепитий организаторы доброй акции преподнесли в подарок старикам и кыргызский самовар. Это социальная акция. Когда у нас было такое, что дети бросали своих родителей, особенно у кыргызов? Мы всегда почитали и уважали старших. Они всегда сидели у нас на почетном месте. Эти ценности потеряны. Мы не должны этого допустить. Таким образом, мы стараемся обратить внимание на эту проблему. Мы хотим достучаться до каждого сердца. Тем более скоро урозо. А по поводу юрты, как журналисты, мы будем контролировать, стоит ли юрта, выполняет ли свою функцию. В доме престарелых сегодня проживает 208 человек. Государством для их питания на каждый день на одного выделяется по 100 сомов, а на приобретение лекарства всего лишь 12 сомов 50 тыен. Бесспорно, на фоне выделяемых средств любое внимание дорого. Эльнара Бекпасарова, Каир Джайлобекова, Бакыт Кошалиев, НТС.